Здравствуйте, с вами Леонид Пащенко и канал IT-Review, который рассказывает об аудио, видео и умном доме. Сегодня разговор у нас пойдет об очень интересной акустике, которую я считаю одной из самых привлекательных на нашем рынке. Итак, британский бренд Castle Acoustics. История его уходит в 1973 год, когда собрались 6 талантливых старших инженеров, которые успели отточить свои навыки в другой, что называется, известной английской компании. Начали не думать, чем бы выделиться среди другой акустики, и решили, что ей в любом случае полагается быть очень красивой и дорогой на вид. Вот прямо так. И сразу добавили, стоимость этой акустики должна быть комфортной для большинства меломанов, чтобы не просто о ней мечтать, а прямо сразу пойти и купить. И это актуально и для нашего времени, и нашей текущей ситуации. Название Castle, что значит замок, выбрано в честь самого, что ни на есть конкретного замка 11 века, Скиптон, что в Норт-Йоркшире, Англия. На логотипе бренда как раз изображен Торхаус этой достопримечательности. Все последующие годы компания разрабатывала и совершенствовала свои модели колонок, для которых сама производила большинство компонентов, включая кроссоверы. И что занимательно, отдельно развивала технологии обработки древесины и шпона, уделяя этому не меньше внимания, чем электронике. В 2007 году бренд Castle приобрела крупная компания IAG Group во главе с братьями-близнецами Майклом и Бернардом Чанг. И здесь Castle оказался в очень достойном обществе, куда входят десятка-полтора уважаемых имен из разных концов света. Из той же Англии, как, например, акустика Mission и компоненты Audiolab, или из Японии, как Luxman и так далее. Сразу скажу, что разработка акустики Castle осталась в Англии, в графстве Кембриджшир, недалеко от, собственно, Кембриджа. А вот производство основной линейки, но не всей, перенесли в Китай. Но знаете, что там за производство? Наши коллеги там побывали. Представьте себе ультрасовременный закрытый городок, площадью 40 гектаров в месте Цзянь, провинция Цзянси. Идеальные производственные помещения, высококачественное оборудование, обученный персонал. И качество это только пошло на пользу. На сегодняшний день в модельном ряду Castle есть три линейки, по восходящей Knight, Avon и Richmond. Отдельно стоит новая серия Windsor, которая в разы отличается ценой. Ее создал один из авторитетнейших инженеров в мире Карл Хайнц Финк. И Windsor'ы от начала и до конца производятся в самой Англии. Пока мы ждем Windsor'ы для личного знакомства, скажу, что в серии две двухполосные полочные модели – Duke и Earl. Названия уже намекают на аристократичность. Производитель сравнивает их создание с постройкой замка. Ну, например, корпус сделали из двуслойного МДФ, где слои разделены специально разработанным акустическим клеем, чтобы улучшить демпфирование и убрать резонансы. Для каждой модели были специально разработаны средне-низкочастотные динамики с излучателями из сплетенного полипропилена диаметром, соответственно, 200 и 165 мм. За высокие частоты отвечает также специально сконструированный 28-мм твиттер с куполом из полиэстера и продвинутой магнитной системой. У рыцарей, то есть в линейке Knight, 5 моделей. Две пары полочников и три напольников. Причем все они двухполосные. О них мы в следующий раз расскажем отдельно. У Avon тоже 5 моделей. Двухполосные трехполосные полочники, пара трехполосных напольников и трехполосная колонка центрального канала Avon C. То есть линейка может использоваться как при построении стереосистемы, так и домашнего кинотеатра. У нас в студии сегодня есть полочные колонки Avon 1 и самые крупные напольники Avon 5. Интересно, что модели под числовым индексом 3 в серии пока что нет. А в серии Richmond на сегодняшний день одна двухполосная полочная модель Richmond 4. И сегодня она тоже у нас в студии. Как я уже сказал, внешнему виду колонок компания придает огромное значение. Посмотрите на Avon 1. Формально это не самая топовая модель бренда с весьма гуманным ценником. Но я не раз наблюдал, как люди непосвященные принимали ее за очень дорогую вещь. Что называется, не для каждого, почти хай-энд. А почему? Прежде всего, здесь подчеркнуто качественно сделан корпус. Изготовление, подгонка деталей на очень высоком уровне. Отделка исключительно натуральным шпоном. И каким? Для этой модели на выбор предлагается 7 видов шпона. В том числе палисандр, грецкий орех, вишня. У нас на стойках так называемый античный дуб, где древесину словно состарили под винтаж. Шпон нарезается особым образом, чтобы максимально выигрышно представить древесную структуру. Вручную примеряется к каждой колонке, особым образом наклеивается, полируется тоже исключительно вручную. Мы с вами действительно говорим о колонках? Такое ощущение, что речь идет о какой-то элитной мебели.
Так что идея создателей бренда насчет незаурядного облика действительно работает, причем не за элитную цену. Но это мы о форме, а как насчет содержания? Тут тоже все интересно. Начнем с того, что в серии Avon используются ленточные твиттеры размером 12 на 45 мм и основные диффузоры из плетеного углеродного волокна. Если конкретно, то у полочников Avon 1 мы видим 130-мм средний низкочастотный излучатель, а у напольников Avon 5 задействованы по два 130-мм басовых динамика и 115-мм среднечастотник. Акустическое оформление тоже непростое. У полочников оно называется Single Drive Extended Line, а у напольников Twin Drive Transmission Line. Если коротко, то с помощью одной или двух внутренних перегородок оптимизируется звучание, особенно низких частот. Все излучатели очень быстрые, легкие и малоинерционные. Мне понравилось слушать на них небольшие джазовые коллективы. Акустика успевает отрабатывать буквально все колебания струн, слышно даже дрожание тарелок. Ну и большой симфонический оркестр передается достаточно подробно, где распознается даже турецкий барабан на грани инфразвука. А вообще все эти колонки достаточно универсальны, однако с выраженным характером, в котором много легкости и воздуха. Поэтому стоит их примерить на себя индивидуально. А если среди вас есть те, кто ищет акустику под интерьер, чтобы гарантированно хорошо звучало, но главное классно выглядело и за умеренную цену, вот тут и думать нечего, берите обеими руками. Полочные колонки Richmond 4 считаются топовыми в относительно доступной гамме Castle. Все-таки Windsor это качественно другой уровень. Отделка здесь ожидаемо безукоризненная, но цветовая гамма более солидная и сдержанная. Предлагается два исполнения. Красное дерево и черный дуб. А в оформлении передней и задней панели используется кожа. Некоторые источники говорят, что натуральная, но утверждать не берусь. Средне-низкочастотный динамик диаметром 150 мм сделали также из плетеного карбона. В звуковой катушке использован алюминиевый провод с медным покрытием, что делает динамик легким и подвижным. А твиттер здесь другой, 32-мм мягкий тканевый купол, причем он расположен под основным динамиком. Отсечка кроссовера второго порядка сделана на 3600 Гц. Акустическое оформление Single Drive Extended Line. Звучание Richmond 4 для своей цены на очень высоком уровне. Чувствуется британская школа. Но опять же, восприятие их довольно индивидуальное. Я знаю людей, которые прямо влюбляются в звук от Castle, но лично я тут сторонний наблюдатель и приверженец иной школы, хотя послушал колонки Castle с интересом и удовольствием. Подача здесь тоже такая, можно сказать, атмосферная, живая, больше скорости и воздушности, даже на густой электронике. Словом, это надо слушать и оценивать самим. Вдруг это именно ваш звук. Работать колонки Castle, а у всех у них сопротивление 8 Ом, могут с очень широким кругом усилителей. Среди них отлично показали себе разные модели от Rattel и Audiolab, а также из серии 505 Reference от TEAC. Ролики про них вы можете посмотреть на нашем канале. Отдельно поясню, что вот это устройство, все в одном AVM Inspiration CS2.3, я подключил исключительно ради эксперимента, чтобы проверить колонки с источником класса high-end, с очень большим запасом по качеству и цене. И на сегодня у меня все. Если вы еще не подписались на наши каналы, которые есть на YouTube, Rutube и Яндекс.Дзен, самое время это сделать, потому что скоро у нас будут интересные новинки. И среди них отличная акустика, которая родственна сегодняшним колонкам и по стране разработки, и по концерту IAG Group. Это знаменитый британский бренд Mission. Так что следите за нашим каналом, будет интересно.